И врачи, и сотрудники полиции всегда работают в авральном режиме. Так, накануне по горячим следам правоохранители задержали в Иркутске подозреваемых в краже техники. Да не простой, а очень дорогой. Речь про майнинговое оборудование. Вот в этих коробках находилось около 2 миллионов рублей. Именно столько стоит техника. Подозреваемых задержали в тот момент, когда они пытались продать 35 машин. Но сначала злоумышленники, трое мужчин в возрасте от 24 до 30 лет, взломали в селе Пивовариха контейнер, где и было установлено оборудование. И благополучно вывезли его. Хозяин техники даже не заметил этого. За последний год количество подобных преступлений в Прибайкалье резко возросло. С начала года на территории региона зарегистрировано свыше 200 хищений. В текущем году к уголовной ответственности за кражи майнингового оборудования привлечено более 50 человек. При этом около 80% фигурантов – это проживающие в районе совершения преступлений мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, которые ранее попадали в поле зрения полиции.